При надзоре за дорожным движением в Ленинске-Кузнецком на улице Щербакова инспекторы ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Ленинск-Кузнецкий обратили внимание на водителя автомобиля ВАЗ-21140, который двигался с нарушением правил дорожного движения. Инспекторами ДПС был остановлен данный автомобиль. За рулем отечественного автомобиля находился 20-летний местный житель. Полицейские выяснили, что он не имеет водительского удостоверения и документов на само транспортное средство. В ходе разбирательства стало известно, что на транспортном средстве установлены подложные номера. К тому же автомобиль был снят с учета. Кроме того, в салоне автомобиля находились родственницы нарушителя с грудным ребенком, который перевозился без специального детского удерживающего устройства. Мужчина незамедлительно был отстранен от управления транспортным средством. В отношении водителя автоинспекторы составили 8 протоколов. За уклонение от исполнения административного наказания судом ему назначено 40 часов общественных работ. В качестве наказания за нарушение правил дорожного движения ему грозит наложение административных штрафов на общую сумму более 20 тысяч рублей. Поддельные госномера сотрудники полиции изъяли. Автомобиль нарушителя был помещен на специализированную стоянку.